Всем привет, ребят. Ну что, настало время прохождения очередного древнего испытания. Не помню, на каком даже закончил. 29-е, по-моему, если я не ошибаюсь, да. 29-е, на него я уже пробовал бегать раньше. Забил, опять решил. У нас уже есть Бугимен. Куча других героев. Сейчас попробуем что-то интересное собрать. Ну, возможно, пройдем. Так, берем буги с собой. Ару однозначно. Пикалка. Анубис. Так, ворожай дерево. Бигфутик. Райку пока отставим. Вот такой вот состав сделаем. Так, Атлантика я забыл. Без Атлантика нас сейчас просто сольют. Вроде и держимся, но как видите. Проседаем. Так, хорошо. Значит, что убираем? Давайте Седну отберем и уберем Купидона. Атлант. Айку возвращаем. Принципе, сама по себе подземка несложная. Но, блин. Так, Атлант учился, отлично. Вот это Кенди, конечно, вымораживает просто. Отлично, из-за нее какие-то проблемы. Вот вроде, как видите, неплохо зашел и все равно посливались, блин. И сейчас зависнут просто на Кенди и будут висеть очень-очень долго. Ее не убьют. Там еще и Тесса. Так, ну давайте еще заходик. Попробуем отсюда забежать через Кенди. К сожалению, слили. И все, без вариантов. Тут именно чуть-чуть не хватает. Сейчас я проверю руны на всех. Этот есть ара соживой есть. Не знаю, как по звуку, ребят, напишите в комментах. Так, тут сразу ремка. Давайте так ISO поставим. Так. Ремка. Так, ну вроде все как бы на месте, поехали испытывать дальше удачу.
видели, да, Атлант вроде ударил, включился, его все равно слили. Просто жесть какая-то. Ну, как видите, одного. Ничего себе, как это они так послевались? Блин, заживой вроде. Смотритель бьет. Жесть. Просто тупо слились. В таком варианте, блин, тыковки не хватает разгона. Но она хоть не дохнет. Можно, конечно, рунами поставить, но это будет немножко не то. Ладно, пробуем еще разок. Просто как-то нереально тут не Тессу, а Кинди слить. Я даже не знаю уже, что делать. Это просто Unreal. Посмотрите, они просто там стоят и издеваются над моими всеми героями. Жесть, короче. Что хочешь, то и делай. Попробуем где-то с другой стороны забежать. Кинди, мне кажется, надо вообще напоследок оставлять. Нереальная она какая-то стала. Попробуем отсюда снизу забежать. Честно говоря, не знаю, откуда я уже только не пробовал забегать. Но, как видите, везде свои нюансы есть. Просто тупо шатают. Немножко не хватает урона. Блин, ну что реально с ней делать, я даже не знаю. Ну нереально через Кинди пройти. По ощущению, что у нее напихали максимум уклонения на этой локации.
жесть. Попробуем, наверное, подальше от Кенди. Сливают просто жестко. Не знаю, уже здесь попробую забежать. Я уже не знаю, где еще забегать. Как-то нереально просто. То ли они что-то пофиксили опять. Вроде нормально урон удерживаем тыковку, но вот посмотрите, просто добегаем до Тессы с этой, все это жесть. Ну, затащите уже наконец. Просто Unreal, ребят, я честно говоря в шоке. Посмотрите, кто остался, опять же осталась Кенди внизу. Жесть. Просто жесть. Брать сюда этого, как его, Тритона, может тогда хоть какой-то толк будет. Так, тут у нас Фрэнки походу не сливается таким образом, стрелок надо ближе кидать все-таки. И уже герои у меня прокачаны на атаку, я не знаю, то есть ручные там пакты и остальное все, посмотрите, все равно. На основе я даже меньше мучился, у меня там не такие прокачки героев, как здесь были. Сколько там миллионов восстановили.
Ну, убейте, блин, Кенди. Эту долбанную Кенди, как она у меня уже задрала. Просто жесть какая-то. Чё за герой дебильный? Я в шоке. Они там вместе с Тасой просто не дают пойти мою. Казалось бы, блин, должно проходиться на раз-два фиушки. Ну давай уже Огнекрыл, бей ты хотя бы. Так, это что я там Бугиману? Вот нуб. Попробуем поставим баст. На Анубиса то же самое сделаем. Просто нереальная какая-то она вообще просто, ну, просто бред. Я даже с огнекрылами меньше, честно говоря, мучаюсь, чем с этим героем.
Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like Kung Fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. Так, ладненько. Убираем Бигфута. Убираем Купидона. Если не хватит, попробуем еще хранителя сюда втыкнуть. Конечно, по урону сразу заметно, что лучше стало. Ну а дальше что? Хорошо, если мы еще урон берем, например. Поставим сюда Хруна. Как вариант максимальный баф растащить. Давайте попробуем. Что-то вообще печально. Как-то не очень. Ничего не решает. Ставим обратно буги. Можно было, конечно, бы Махатму попробовать, но еще пару заходиков попробуем так. Сейчас однозначно под эту музычку пойдем. Непонятно куда. Да, что-то я запустил, непонятно что и куда. Ладненько.
Да давай включайся, ты уже задрал. Это бракованный. Тут Тесса подбегает, тоже не вариант, без Бигфута получается у нас практически неким их бить, замораживать один огнекрыл, он не справится с задачей. Тесса у нас тут просто работает. Вообще непонятно, чем они там занимаются. Вроде такой состав, и нифига. Ну давайте уже, посмотрите, вот у меня сейчас все герои живы. И блин, сейчас по-любому на какой-то хрени просто тупо сольемся. Ну то, о чем я и говорил. Мы просто на ней. Жесть. Кенди просто тупо нас ушатывает. Я в шоке. Да ладно. Да ладно. Только не сдохните, пожалуйста. Это, ребят, это нечто. Но я буду улыбаться, если сейчас, конечно, кого-то ушатаю с них. Вот они. Хотя тут Атлант. Вот так вот, ребят, 29-е. Наконец-то полчаса я убил, но я все-таки его прошел. Так, ну я надеюсь, вы выживете все. Атлант, тащи. Есть. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.